Стрит-арт-фестиваль «Стена» проходит в Дербенте. Известные уличные художники рисуют 5 новых картин на стенах многоэтажных домов. Арт-композиции появятся в разных частях города, в том числе в Центральной, на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии и улице Пушкина. Сюжет рисунков от традиционных с национальным колоритом до сюрреалистичных. Здесь я как бы рисую дагестанские паттерны, но как бы в своем видении. Такой немножко с распылом, как будто за матовым стеклом. Но вот все в рамках исламского искусства максимально. В этом году география расширена. У нас есть участники из-за границы. В частности, есть художник из Сербии, который рисует мурал по улице Ленина. Выводим новые форматы, подключаем новых художников. И в следующем году он будет еще интереснее.